матче. И неудивительно, что сегодня заполнен будет стадион полностью. В прямом эфире трансляция многообещающей дуэли Наполи против Ювентуса. Дамы и господа, приглашаем вас присоединиться к нам и посмотреть футбол, который обещает быть на редкость захватывающим. А компанию вам сегодня составят мой коллега Георгий Черданцев и я, Константин Генич. Сегодня Наполи встречается с Ювентусом. Итак, давайте посмотрим, на что способен Ювентус. Начала этот сезон команда очень резво. Занимает именно то место, на котором и ожидали ее увидеть. И, наверное, пока еще рано с уверенностью говорить о чемпионстве. Но, повторюсь, пока все прогнозы оправданы. Посмотрим на состав Наполи. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. Криштиану Роналду с мячом. Мяч вышел за лицевую линию. Игроки Ювентуса подадут угловую. И мяч в воздухе после такого выноса. И на дальнюю летит мяч. Удар? Не точно. Лайн. Лоренцо Инсинье. Продолжает владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Инсинье! Не сильным получился удар. И мяч у вратаря. Джейми Варди. Есть возможность. Хороший пас Варди отдает. На грани офсайда балансировал, но не удержался. Вне игры фиксирует арбитр. Дехе. Эрик Ламела. Лайн. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги соперника. Просто невероятный перехват. Антони Марсье. Алекс Сандро. Ювентус приходит в атаку. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Роналду. Паулу Дибала. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Право мы еще раз говорим голкиперу. Героически сражается за свою команду. Криштиану Роналду. Марек Гамшик. Инсинье. Чуть-чуть бы везение нападающему, хотя шансов там особых не было. Последнее слово за защитниками. Они здорово организовали классический искусственный офсайд. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Паулу Дибала. Удар. Ай да вратарь. Браво. Как здорово он сейчас сыграл. Непростой был удар. И действительно это классное спасение. Ламела подает. Есть шанс выйти вперед. Марсиаль упускает момент. Какой же отличный момент сейчас был, чтобы открыть счет. Но удача на стороне Ювентуса. Чуть-чуть этому удару не хватило точности. Джейми Варди. Эрик Ламела. Мяч вперед идет к чужим воротам. Лоренцо Инсинье потащил один удар, но может быть и второй. Как вариант продолжения напрашивается навес. Инсинье! Команда получает право на угловой. Посмотрим, получится ли забить и выйти вперед. Прижали они соперника к воротам, и болельщики продолжают их гнать вперед. Получится... Удар! Удар, сейф, неудачно отбивает он мяч. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Можно провести контратаку. Лоренцо Инсинье. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса.
Мяч у Роналду. Марсиаль. От души по мячу он приложился. Натаниэль Клайн. Пауло Дибала. Криштиану Роналду. Это угловой Ювентус. Эрик Ламелла навешивает. И правильно, долой мяч из штрафной. Нужен навес. Ну, решай же! Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Ламелла подает. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Марсиаль. Скидка назад. Накрывает игрок этот удар. Вновь надо выполнять подачу с угла поля. Эрик Ламелла навешивает. Плохо подал угловой мяч у вратаря. Итак, первая половина встречи. Ювентус начинает второй тайм. Криштиану Роналду. Марек Гамшик. Нужно выходить вперед, бей! Есть первый гол в игре, счет открыт. Заслуженный гол. Команда доминировала, так что этот гол был просто вопросом времени. И, наконец, он состоялся. Какой прекрасный гол все-таки, а? Однако ждать его, я думаю, могли не все. Да, сегодня этот вратарь играет просто великолепно. Может быть, это какая-то потеря концентрации, трудно сказать. Надеюсь, этот эпизод его из колеи не выбьет. Александр Арнольд. Джейми Варди. Ламелла. Марек Гамши. Лоренцо Инсини. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Что слышно об активности Валенсии на трансферном рынке? Да, сложный процесс по покупке игрока получился, но игра стоила свеч. Дибала, решай! Сбрасывает мяч. Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Здрасте, пожалуйста. Согласен, форвард сейчас просто взял и съел в защите. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Джейми Варт. Александр Арнольд. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Эрик Ламелла. Клайн. Катают они мяч на своей половине поля. Ну, было бы весело, если бы они его потеряли и побегали бы за ним. Пауло Дибала. Эрик Ламелла. Пауло Дибала. Роналду. Эрик. Удар! И еще один угловой. Отлично вратарь играет. Тащит он сложнейший мяч. Молодчина голкипер. Выручает свою команду. Ламелла подает. Защита первая на мяче. Вынос. Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру. И давайте посмотрим, кто покинет поле. Пауло Дибала. Угловой номер... Какой номер? Эрик Ламелла навешал. Мяч достается вратарю. Фабиан. Алла.
Уильямс. Хосе Калихон. Мяч у соперника. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Вернер. Криштиану Роналду. Бить можно и забивать. Гол! Нет гола. Положение вне игры. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Катают мяч игроки выигрывающей команды, никуда они не торопятся. Великий комментатор Николай Николаевич Озеров в свое время сказал: нам такой хоккей не нужен. Ну, в данном случае речь о футболе. Не хочу расстраивать побеждающую сторону. Он накручивает соперников одного за другим. Вернер! Не попадает он в ворота вообще. Хороший был момент. Старался пробить на технику, но не хватило точности. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Хороший обостряющий. И пробил. Просто великолепное спасение. Какая реакция у вратаря. Блестящая игра. Если посчитать эти угловые, можно... Вернер! Перекладина играет за вратаря. Гавши! Ох, какой гол! Какой гол! И повтор голевого момента у нас. Обидный момент для вратаря. Печат он коснулся, но все равно тот влетел в сетку. В великолепном стиле они берут первым сегодня. Если вы согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам. Фабиан. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Пошла последняя минута основного времени матча. Мяч перешел к другой команде. Марек Гамшев. Аллан. Свисток.